Всем привет! Вы на канале «Все о стиральных машинах и бытовой технике», и сейчас мы узнаем топ-5 самых покупаемых телефонов LG с AliExpress. Рейтинг. Первый телефон LG V50 с общим рейтингом 4,7 и минимальной стоимостью 15 400 рублей. Но здесь она может незначительно меняться в зависимости от того, какую именно комплектацию вы выберете. Обратите внимание, что данная модель является восстановленной, то есть она бывшая в употреблении. Если вы выбираете полный комплект, то вместе с телефоном идет зарядка, кабель для передачи данных, наушники, ну и, конечно же, также батарея и руководство по использованию. Ну и вот, собственно, мы выглядим, какой именно набор вам придет. Данный телефон является достаточно легким, у него есть все функции, которые необходимы для полноценного использования, то есть здесь идет достаточно хорошая память на 6 плюс 128 гигабайт, достаточно хорошая камера на 8, на 5 мегапикселей, есть и радио, обязательно, конечно же, есть и передача данных через USB. Мы видим, что приходит достаточно быстро телефон, приходит он целый, в комплекте также еще кладут даже защитный чехол и стекло. Ну и познакомиться с какими-либо дополнительными характеристиками вы можете самостоятельно, спустившись в описание к этому видео, там вы найдете ссылочки на все модели LG, которые мы сегодня рассмотрим. Следующая модель LG G4. Здесь обратите внимание также на то, что стоимость будет незначительно меняться. Здесь меняется как комплектация, так меняется и количество сим-карт, то есть есть на одну сим-карту, есть на две сим-карты, и также вы можете выбрать различные цвета. Ну и стоит обратить внимание, что максимальная стоимость будет чуть выше 4000 рублей, доставка будет осуществляться бесплатно. Данный телефон у нас также является восстановленным телефоном, здесь достаточно хорошая камера на 16 мегапикселей, камера здесь одна. Вот мы видим, как выглядит данный телефон, является он достаточно легким, достаточно удобным. Вот какая достаточно большая камера, да, здесь Android, съемная батарея, сим-карта одна или две, также не забывайте, 4G телефон, экран на 5,5 дюймов, быстрая зарядка, также есть беспроводная зарядка, и еще в комплекте также дополнительно идут и наушники. Обратите внимание на отзывы. Все хвалят продавца, хороший телефон, в интернет выходит, звонит, фотографии делает, то есть выполняет абсолютно все свои заявленные функции. Третья модель LG G9 с общим рейтингом 4,9, стоимость минимальная 18 800 рублей, но здесь также обратите внимание, что она может немного меняться в зависимости от того, какую комплектацию вы выберете. Если выбираете полную стандартную комплектацию, то также идут в комплекте и наушники, и зарядка, в общем, все, что нужно. Вот мы видим, как выглядит он, очень тонкий, с одной сим-картой он идет, достаточно хорошая камера на 48 мегапикселей, плюс 2 дополнительные на 8 и на 5 мегапикселей. Здесь идет LED-экран. И мы видим, что очень быстро реагирует продавец, все приходит в отличном состоянии, самое главное, в рабочем состоянии, так что все здесь замечательно. Далее, следующая модель LG V40. Идет он также либо в стандартной, либо в полной комплектации. Минимальная стоимость 8635 рублей. Общий рейтинг 4,7. Здесь можно выбрать один из трех разных цветов. Доставка будет осуществляться бесплатно. В стандартную комплектацию входит, ну как скажем, да, стандартно все. Это и наушники, это и зарядное устройство, руководство по использованию, коробка. В общем, все, что необходимо. Здесь вам
необходимо будет самостоятельно настроить русский язык. Здесь OLED-экран, то есть он достаточно яркий, красочный, хороший. Ну и подтверждение этому отзывы, они все замечательные, все положительные, все очень нравится. Оперативка здесь идет на 6 гигабайт, обратите внимание, 8-ядерный процессор, ну и поддерживает 4G или LTE. И еще одна модель от LG, LG G6 с общим рейтингом 4,8, минимальная стоимость 8600 рублей, но она будет увеличиваться, если вы выберете большее количество гигабайт, то есть можно выбрать 32 либо 64, ну и также выберете комплектацию. Здесь также можно выбрать один из двух цветов, черный либо серебристый. Доставка здесь осуществляется бесплатно. Приходит, конечно же, и наушники, и кабель, и зарядное устройство. Все это в коробке, в общем, все в стандартном виде. Вот как выглядят данные телефоны. Здесь, конечно же, имеется камера, работает он на системе Android. Язык вы также устанавливаете самостоятельно. Русский язык здесь, конечно же, обязательно имеется. Мы видим, что телефон приходит в отличном состоянии. Все работает, и Wi-Fi, и обычный интернет, все проигрывается, то есть все замечательно. Ну и хочу еще раз напомнить, что спустившись в описание к этому видео, вы найдете ссылочки на все модели телефонов LG, которые мы сегодня рассмотрели. Это видео снято специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». До свидания!